Марка Ford представила свой первый электрический кроссовер. Новинка выйдет на рынок под именем Mustang Mach-E. То есть название Mustang отныне не принадлежит одним лишь спорткарам. Кстати, в этом году оригинальный Ford Mustang отмечает 55-летие. Пони-кар первого поколения дебютировал 17 апреля 1964 года. Так что появление электропаркетника под культовым брендом именно сейчас отнюдь не случайность. Впрочем, кроссовер не воспроизводит Mustang буквально, а лишь вдохновлен им. В интерьере вообще не найти ничего от знаменитой модели. Скорее, салон напоминает электромобили другой американской марки – Теслы. В основе Mach-E лежит новая платформа Ford GE2. Она представляет собой глубоко переработанную архитектуру четвертого фокуса. Но по формату новинка – явный конкурент таким кроссоверам на электротяге, как Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC. У новоиспеченного «Мустанга» будут две заднеприводные модификации. Одна попроще, вторая помощнее и с более емкой батареей. Кроме того, в линейку войдут три полноприводных варианта. С теми же батареями, но с более мощными силовыми установками. В зависимости от версии, запас хода варьируется от 420 до 600 км, а разгон до сотни занимает от 8 до 3,5 секунд. Цена электрокроссовера уже объявлена. Более того, американские покупатели могут оформить предзаказ, внеся небольшой депозит. Правда, массовые комплектации выйдут на рынок лишь через полтора года, а первой в продажу попадет лимитированная версия First Edition, которая под занавес следующего года отправится к дилерам из США, Европы и Китая.